Пиши текст, но больше дела. Грому слушает. Громов, это Каменцева. Наверное, хочешь сообщить одну из своих гениальных идей? Гениальных идей? Спасибо, конечно, за высокую оценку. Да только куда уж мне со своим женским умом до твоей гениальности. Я просто хотела напомнить тебе, что ты будешь защищать свой чемпионский пояс на ближайшей опасной зоне. И ради этого ты прерываешь мой ланч? И кто же этот счастливчик? Твоим оппонентом будет лучший дебютант 2009 года, Фредди Мартелло. Гром, ты в порядке? Слушай, мне кажется, я знаю, что ты сейчас захочешь мне сказать, но поверь мне, тебе стоит очень серьезно отнестись к этому матчу, потому что Фредди Мартелло – это гораздо более сильный соперник, чем ты думаешь. Да я думаю, что этот Фредди Мартелло твой и 5 минут против меня не продержится на ринге. Каменцев, слушай, я тебе уже говорил как-то раз сходить в магазин и купить секундомер. Так вот в этот раз я настаиваю, чтобы ты сделала это. Взяла этот самый секундомер, вышла к рингу и зафиксировала новый рекорд Ивана Громова, потому что я его уделаю меньше, чем за 5 минут. Громов, ты только что подал мне ту самую гениальную идею, потому что этот матч за пояс чемпиона НФР будет иметь лимит времени в 5 минут. И если ты за эти 5 минут не сможешь победить Фредди Мартелло, то он станет новым чемпионом НФР. Это поели.